На курорте подведены итоги призывной кампании. В ходе весеннего призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации и другие воинские образования было отправлено 190 анапчан. Военным комиссариатом Темрюкского района и города-курорта Анапа план призыва выполнен на 100%. Призывная комиссия муниципального образования город-курорта Анапа работала с 1 апреля по 15 июля. Всего на территории Анапы подлежало обязательному призыву на комиссию 1348 призывников в отношении 1331 из них вынесено решение о годности к военной службе. 190 новобранцев из Анапы призваны на службы Вооруженные силы Российской Федерации. Для прохождения военной службы по контракту отобрано 10 человек. Освобождены от призыва на военную службу и от исполнения воинской обязанности 174 человека.